Подарок для болельщиков. Команда «Текстильщик» смогла прервать череду неудач в 13-м туре «Олимп ФНЛ». 14 сентября красно-черные встретились с командой СКА «Хабаровск». И хотя соперник находился на 4-й строчке турнирной таблицы, игра завершилась со счетом 3-1 в нашу пользу. Победа очень важная для нас, потому что болельщики заждались. И проваливаться в таблице, конечно, турнирной совсем не хочется. Хочу сегодня сказать спасибо большое ребятам именно за волю, вот эту за волю к победе. Потому что сегодня много сил потратили, много боролись, много бились. И я думаю, мы сегодня заслужили победу. Хотя очень соперник был хороший и команда очень серьезная. На 33-й минуте матча ворота хабаровской команды распечатал Адиль Мухамедзянов. Во втором тайме преимущество красно-черных удвоил Алексей Горишкин. Но уже через 3 минуты ивановцы получили ответный гол в свои ворота. Однако Максим Сидоров на 76-й минуте матча закрепил преимущество, сохранить которое удалось до конца встречи. В первом тайме, безусловно, Хабаровск таким ощутимым преимуществом владел. Мы построили игру на быстрых ответных атаках. Неплохо на стандартах, но, к сожалению, не смогли забить. В втором тайме забили, где-то перетерпели достаточно такую мощную 15-минутку от Хабаровска. Мяч там и в перекладину попал, там и Леша Смирнов выручил. Эта победа психологически была нужна и самим футболистам, и болельщикам. «Текстильщик» поднялся сразу на 2 позиции в турнирной таблице. Сейчас красно-черные занимают 17-е место. Одной из причин успеха в команде считают возвращение на поле капитана Дениса Фомина, который был дисквалифицирован на 3 матча. Любовь Почерникова, РТВ Иваново.